Как он называется? Там ты запоминаешь название? Так я уже нажал. Давно хотел сюда попасть. Церковь Видения в Барашах. Церковь Видения в Барашах. И вот нас с малышом занесло сюда все-таки. Пообщались там с местной женщиной. Зовут ее Светлана. Очень увлекательно рассказывает. Всякие интересные моменты из жизни христианской. А я почему-то все время думал, что этот храм закрыт. Оказывается, он 2009 года, что ли, работает. С 99-го года. Смотрите, как это. Вот. Алтарь обращен у него на этот северо-восток. А вот тот предел самый старинный. Его еще все никак не реставрируют. Когда реставрируют, непонятно. И здесь есть пару иконок старинных интересных. И, возможно, все-таки есть надгробие здесь. Но их пока не видел. Здесь что-то развалилось. Вот так же справки чисто. Как-то в окне сделали дверь. Сейчас у нас. Ну и вот. Ты ж мимо. Ну так.